Золото подешевело за 3 дня на 10%. Цены на Тройскую унцию приближаются к отметке в $1600. Это самое резкое трехдневное падение за 28 лет. Инвесторы уходят с сырьевого рынка, опасаясь глобальных последствий дефолта Греции для экономики всей Европы. За неимением лучших инструментов те, кому нужны наличные, выбирают доллары США. Но эксперты считают, что рост цен на золото в ближайшее время возобновится.